гуслицы – край уникальной культуры и традиций. Именно сюда, на восток, из столицы бежали старообрядцы после церковной реформы патриарха Никона. Здесь они обретали кров и возможность сохранить традиции и устои, доставшиеся им от предков. Сегодня гуслицы – это место притяжения туристов. Насколько интересен этот край и настолько он чудесный. Сколько там тайн, сколько там открытий, столько того, что мы еще не знаем, сколько вот этого народных промыслов, творчества, которые на сегодняшний день очень замечательно, что они не уходят у нас в историю. Чтобы познакомить гостей и жителей округа с удивительной историей гуслиц, в округе был запущен новый экскурсионный маршрут. Гуслицкий Спасо-Преображенский мужской монастырь. История его создания уходит корнями в далекое прошлое. Местное предание до 19 столетия сохраняло память о разрушенном здесь во время татаро-монгольского ига монастыре. Это место не только поражает внешней красотой, но дает почувствовать удивительную энергетику веками намоленного места. Деревня Степановка. Здесь хранят связь времен, чтят память предков и древние обряды. Здесь можно узнать все о культуре и быте старообрядцев. В стенах Степановского краеведческого музея восстановлен интерьер старообрядческой избы. Третья точка маршрута – храмовый комплекс в деревне Рудня-Никитская. Его самый большой храм – Рождества Пресвятой Богородицы – был построен в 1782 году. Он включен в список федеральных памятников архитектуры и является старейшим из ныне существующих зданий благочиния. Примечателен фундамент церкви. Он состоит из огромных валунов, которые были поставлены и выровнены без намека на скрепление. Узнать больше о маршруте или запланировать экскурсию в гуслицу можно через туристско-информационные центры округа.